Итак, всем трем и доброго времени суток, от канала Ленивого Дмитрия. Мы, собственно, продолжаем. Ну, там же, где и начали. Тут у меня вместо одного видео, по сути, три получилось. Чтобы не слишком долго было. Я вообще-то редко в этот туннель захожу. Дернул черт за ногу. Минутку. Ах, блин, твою-то мать, одну пропустил, да? Ну ладно. Так, начали таять. Теперь нужно добавить лодки рыбаки. Один смотрите, тебя стать, скоро будем меняться и пасть уже. Я же рыбак! Думал, тут клюет! Хам. Да уж. Бревно! Эй! А, в смысле. Да, ты жоп Новый год. Ах ты ж ёперный парень! А я пригнулся. Парень, ты это. Будь осторожен! Эта вода опасна! Там не только рыбы живут! Ну скоро увидишь, кто там живет! Если кричу бревно, хватайся за поручи! Да уж. Действительно. Хорошая идея. Так, что-нибудь зарядить надо. Вот этот тоннель ведет в площадь Революции и Красной линии. Сегодня, когда рыбачил, оттуда какая-то лодка прошла. Серьезные люди, не беженцы. Ну-ну. Мне, по-моему, они и нужны. Не шуми шибко. Они этого не любят. А это их мир. Ишь, разлеглись, парни. Да уж. Мы вас не помним. Хрен их знает, из чего они мутировали. Мы их креветками в шутку кричим. На вид они, конечно, жутко. Но мясо, пустоум от них. Особенно под пиво. Да уж. Нервы у тебя. Слушай, по-моему, валить надо. Что-то они какие-то... Больно... Желающие пообщаться, а? Да сейчас, подожди, Артём, Артём. Газуй давай, помоги. Пора сваливать отсюда. Главное, не дай им залезть. Могут перевернуть. Согласен. Воу! Получайте гниды! Чё-то как-то мой дробовик сейчас... Не особо, да? А, нет, вот так нормально. Да уж. Да заебёте, хорош, блин, а! Иди нахер! Да блин! Тёма, стреляй! Тя. Да блин, ну как она меня попала-то сейчас? Да блин, Тём, ну сказали же, держись, а! Вот это вообще не понимаю. Артём, держись перед мной. Тёма второй раз летит в воду. А что-то нажимать, что ли, надо? Да газуй ты, ловить! Шо, какие метки, да? Что залезло? Я так всем по аптечке сейчас просру. Блять, да хорош, а! Да быстрее, чё ты телишься? Радикальненько. А ускориться не надо? Уи-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 
мужик, умеешь ты вопросы решать. Сколько же там мяса осталось поджаренного? Ё-моё, а? Вы представляете, сколько там вкусного сейчас лежит? Фу! Нечасто такое случается.
Согласен. Это какой-то звездец. Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных пещерных реках. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, вся она большой воровской притон. Я точно знаю. Павел добрался до Венеции. И если я не опоздал, он все еще тут. Моей основной задачей остается найти следы черного. Но теперь я должен еще и постараться разгадать замысел Корбута, чтобы предупредить о нем орден. Ну, я думаю, еще эту станцию сегодня пройдем, а уже по поверхности будем в следующей серии гулять. Так, сейчас загрузится. Что-то уже подвисать начал. Эх. Ну, ты чё? Грузись, грузись. Что происходит? Музычка еще такая, подходящая. Блюз. Блюз ведь? Вроде блюз, да? Ну давай, нажму любую клавишу. Фу! Вроде прорвались. Ты там не заснул, парень? Ну как тебе местная рыбка? Да вкусная. Правда, симпатяшки? Да уж, только действительно. Только злые они сегодня какие-то. Видать, плыл кто-то до нас. Раздразнил их. Да уж. Открывай! Рыбаки пришли! Кто-то плыл. Вижу, вижу. А это еще кто? Да вот в туннеле парня подобрал. Что, бросить его там надо было, что ли? Тоже мне, блин, мать Тереза. Может, ты его еще грудью покормишь? Сначала двое красных, теперь этот... А ты им тут то подними решетку, то опусти. Ты хоть бы раз девку какую привез, что ли? Семенович, с тебя ж песок уже сыпется. Ты чё? На кой тебе девки? Ты решетку лучше опусти. А то сейчас как заплывет чего, тогда точно будет тебе баба с косой. Будь спок, Семенович еще всех вас переживет. Полное взаимопонимание. Как улов? А нет улова. Сами еле ноги унесли. Если б не этот парень, уж не знаю, дошел бы сюда. Кстати, боцман, зовут моего спасителя Артем. Здорово, Артем. Спасибо за подмогу. Так что там у вас приключилось? Да все переростки эти якорем глотку прямо лютовали. До развилки только дошли, они как накинутся. Плот чуть в клочья не разорвали. Какая муха их! А, ну так это... По этому самому туннелю красные на стрелку с бандитами прибыли. Вот они зверьё и раздраконили. Сволчи! А, вот оно что! Артём, ты, я вижу, парень толковый, так что скажу прямо. Да, на Венеции полно бандитов. Они грабят, убивают, но в туннелях. А здесь они держатся в рамках. Ну да, ну да. Так что не лезь на рожон. Мне разборки не нужны. Не буду, ты что. Все будет красота, тишина. Семён, дело есть! Слушай. Где там наши красные гости? Так в борделе же. Где же им еще? Логично. Кстати, кто это с вами? Это Артём. Гроза кревет. Ты бы видел, как он стреляет. В жизни такого стрелка не встречал. Захвалили, да. Кривого, блин, косого. Слушай, пару десятков жбанов тут не местным прострелить не поможешь? Семён, опять ты за свое. Так они сейчас чуть ли не все на сухом складе. Боцман, ну ей-богу. Ну самое же время. Приходи, добери тепленькими. Мы вдвоем. Я тебе уже говорил, еще раз скажу. Нет, мне тут твои авантюры без надобности. Ты меня понял? Да понял я, понял. Все, вот я так пущу. Вот. Давай. Не дают человеку решить вопрос радикально. Эх, знал бы ты, как они меня достали. А я знаю. Они меня тоже пару раз достали. А что там у тебя? Да шут его знает. Вчера еще порядок был. А тут все одно как чахоточный какой-то. Кашляй, дымит. Может, свечи? Ну, давай глянем. А ты хоть перебирал его? Да 100 лет уж как. Ну, так может, там у тебя нагар в цилиндрах уже на палец? Или воздухан забился? Так ты же мне сам на той неделе новый принес. Когда же он забился? Да.
Так, ну, видимо, дослушивать не надо. Блин, как я... А, ну вот, собственно, да? Видите, вкусняшку тут разделывают. Ням-ням-ням. И как я ухитрился пропустить там заметку, а? Капец. Ну, тут, это, конечно, да, обидно. Чё-то у нас... Ну, папа, ну когда клюнет? Клюнет, ну, наверное. Не там ловите, ребят. Рыбу, и тётя Надя нам сготовила. Вон с чувака пример берите. Уплыл подальше. Рака, знает, кого ловить. Какого или рака? Где ловить. Я раков 100 лет уже не видел. Так там вот, и конкуренции нет. Я не хочу рака. Такого? Такого не поймаем, нет. У нас теперь дозиметр есть. А что это такое? Рака отпугивать? Нет, дочка. Дозиметр показывает, много в рыбе радиации или не очень. А раков показывает? Вот если есть такую рыбу, где радиации не очень, то и рак не страшен. Был бы у нас дозиметр, когда мама жива была. А как он знает, рак клюет или рыба? Знаешь, дочка, ты мне всю рыбу своими вопросами испугаешь. Иди вон, с мальчиками пока поиграй. Не хочу. Они все дураки. Игры у них дурацкие с крабликами этими. Я есть хочу. Ну, клюет папа. Нет, дочь, не клюет. Не клюет. Ну, папа, ну когда клюнет? Не знаю. Подождем. Че, дослушал? Так, че, все? Ну, папа. Ну, клюет уже. Нет пока. Хм, странно. Мне кто-то... А. Папа, я есть хочу. Клюет. Эй. Нет, дочка. Люди, ой, там... Терпи. Это... Ну, ладно, всем насрать. Ну, слушай, не врали. Да я уж не помню, откуда эта инфа, но когда-то там где-то кто-то мне сказал, что якобы вот тут есть рыбак, отдельно стоящий от всех, которого должны сожрать. Блин, жестоко. Блин, чёрт. Клюет! Так, всё. И шо? Ну, короче, там зверь такой, типа черная обезьяна. О! Типа гвоздь программы. Ну-ка, ну-ка. Вроде мелкий такой, доходя. А как зыркнет? В натуре волосы на жопе шевелятся. Слышь, братан, а ты не в курсах? Чё это там за красноперые подтянулись? А у них с кислым остальными паханами тёрки реальные. Ну-ка, ну-ка. Ну, чё-то собрались по-крупному. По-крупному, говоришь? То тагандовские тоже мутят чё-то. Вон в охрану пацанов набирает. Пацанов? Ганзовские? Это ж караван за ворота не выйдет. Его уже 3 раза выставят. Да нет, там другая фишка. Типа реально маза нарисовалась, склады какие-то или чё. Ну чё ты их там стримает? Зверьё или ещё какая шняга? В общем, без пацанов не тянут. Звонят складно, вон и даже 2 коробки у Фаши для такого дела торганули. Да ну, Гонева, Фаша коробки не торгует. Ха, да они сейчас не то, что коробки торгуют. Они на Чеховской молодняка набрали. Не, ну Гонева же беспонтовая. Хоть бы к стенке. Фаша, и с носатыми проходит. Не мешай. Брател, Ганза с Фашами точняк закорешился. И бычьё они собирают не просто так. Есть маза, будут полис на ножи ставить. Чё? То, реальная Мочилова. Махач за площадь революции после такого чисто прогулка будет. Да ну, вот им делать нехрен. В такое Мочилово встревать. Подвинься. Нет, зуб ясно не дам. Ну, вали отсюда. Ой, ну спасибо, родной. Я уж устал вас слушать, честно говоря. Здрасте. О, смотри, бухло. Да ну. Где? Мужики, так, я с вами. Так, ну, пошу зрачку. Первый чар организовал, да? Сколько есть? Куда же вам его? А он у тебя чисто в карман насыпал. Так и давай, как есть. Так и нас двое. Двое. А Димон с Сером? А они пусть тебе найдут. Ну ты сынёшисто. А ты чё пыришься? Так патроны. Маслины? Есть, но только в пузо. Ну чё, лады?
Чё, давай мне шевели поршнями. Давай, давай, ща мы тебе заплатим. Чё? Не, ну ты понял, Жека, он уже передумал. Не, чувак, ты с базара не съезжай. Да ладно, харе, вижу, осознал. Канистру сюда и спасибо говори. Слышь, стволом. Уплочено. Ну, двинули. Двинули. А ты, бля, не опухай тут. Патроны. Да. Налетай! Рыбка с оглядением. Понятно. Люблю таких ребят. Молодой человек. Да-да, вы. Не выделите пару патрончиков. На, держи. Может, судите еще патрончиков. Да ладно. Ну-ка, давай. Принципиальная позиция. Уважаю, уважаю. Кому рыбки? С утренней зорьки. Кепки кожаные. Последний писк. Блин, как думаете, долго он играть будет? Минуточку. Да что ты будешь делать, а? Я, конечно, все понимаю, но фанат явный. Чувак явно фанат гитары. За один патрон уже. Сколько времени-то? Кошелек там внутри
Да блин. Когда ж он закончит-то? Не, ладно, все. Ну или дослушаем. Короче, давайте так. Я сейчас из принципа достаю до момента, когда он заткнется. А кому не интересно, просто перемотайте вперед чуть-чуть. Так, ладно, народ, мне надоело. Я все понимаю, может быть там в конце что-то и будет, но реально все уже. О, патрончики нашел. Рома, ты? Я сегодня пас. Уже приняли тут с пацанами. Ну-ка, как пас? Это не Рома, это Артём. Ну-ка еще раз. Так, ладно. Тушенка, свежая тушенка. Откуда же она свежая? Это мил. Так. А тут что за хрень? Столовая. Так. Не хочу это все слушать, блин. Слушай, брат. На, держи. Эх, побольше бы таких гостей, как ты, брат. Я спасибо. Уже ее видеть не могу. Куда мне девушка достала, а? Где же я тебе О! Слушайте, слушайте. Кузнецка нету. Где этот разговор шел, а? Про икру все услышали небольшой диалог? Ну, это отсылка к «Белому солнцу пустыни», фильм такой. Так, здравствуйте, начальник станции. Ну пообщаемся. Что, осмотрелся? У меня к тебе серьезный разговор. Да ну. Давай на чистоту. Давай. Ты, похоже, застрял здесь надолго. Да ну. Кругом затоплены тоннели. На Новокузнецкой тебя, скорее всего, шлепнут. Выходит, что идти тебе дальше некуда. Вот я тебе и предлагаю. Да иди ты нахер. Подземная Венеция. Три станции, наполовину затопленные грунтовыми водами, говорят, был раньше настоящий город с таким названием «Древнепрекрасный». Кто знает, что с ним сталось? Оставайся, тьфу! Ты молодой, сильный, заговорился. Не пропадешь, работа для тебя найдется. А ты у нас с толковой молодежью бандиты кругом. Ну кто к нам пойдет? Подумай, походишь с нашими рыбаками на промысел, поплыкнешь, а там, глядишь, и обживешься. Мы тебе и девушку подыщем. Ладно, не хочу на тебя давить. Иди осмотрись пока. Только не нарывайся. Бандюки нервные сегодня какие-то. Твою мать! Твою-то мать! Люди, это великолепное предложение. Ну серьезно, смотри, предлагают просто. С навыками Артема здесь можно очень хорошо зажить. Ну и где вообще пацаны? Да, реально. Не, я не понял, ты че тут встал? А че нельзя, что ли? Че ты хочешь, а? Борзый. Че вылупился, морда? Надо че? Ща вломлю, если надо. Да ну, может и второй подбородок обкромсать немного. Ты, репомордый. Ты чё вообще? А работа? Ты чё вообще? Чё? Макнуть тебя разок. Всё? Словарный запас закончился? Не, я не понял, ты чё тут встал? Ну-ка, ну-ка. Чё пылишься? Вали! Не, мужики, реально, с вами неинтересно.
На такую кучу выпивки одна рыбка на закусь. Тут даже разговор... Ох ты ж. Ничего себе там. Реально Венеция. А, в ту сторону поплыли. А вот, видимо, и пацаны, которых они ждут. Говоришь, девушку найдете? Да где ж у вас тут девушку-то найдешь? Мне подсказывает, что... Кто там? Филин, ты что ли? Угу! Опять нажрался? Не. Тебя же узнать невозможно. Иди проспись сначала. Не, ну пусти. Я же сказала, что между нами все кончено. И не смей больше возвращаться. Слышишь? Ну как же так, милая? Эй, я еще раз... Эх, блин, все. Ну, я так не играю. Что это такое? Взяли, постучать не дали нормально. Так. О. Так, встали и вышли. Простите, что вы сказали? Ты не понял? Канай за столиком. Мы же тут уже полчаса. Ты тут вообще, а? На кого ты тут? Рамсы попутал вообще. А ну пошли. Тихо, тихо, Тоха. Куда пошли? Не, ну я что сказал? Канай. Ну сейчас все. Барахло свое забери. Мне вот что интересно... Откуда на этой станции такие интеллигенты? Так, быстро заказ приняли, но... Да нормально все, Тоха, чё ты? Девок всех распугал. Мясо два раза. И первач, бегом. Братан сказал, бегом. Тоха, надо же, новое лицо. Ну да, новая морда. По делам или так? Нет желания рассказывать. Хозяин, Барри, гости же, гости-то у нас нечастые, все больше бандосы, а с ними разве поболтаешь? Хотя, вообще, если бы не братки, то тоска бы была бы тут смертная. Из развлечений, стрельба по крысам, да бабы. И ты жалуешься? Если выпить чего хочешь, за патрон всегда налью. Наши фирмы, так и называется, патрон. Все, все сказал? Давай. Патрон свой. Насколько я помню, с этой выпивкой здесь что-то связано. Какое-то действие. Ну, то есть, что-то тут, то есть, если тут нажраться, что-то произойдет. Хорошая штука, правда? Да тут, знаешь... Наливай. Интересно, что это за самогон такой? Пожалуйста. Налить патрончика. Ну давай. Братва! Есть чисто конкретные булыны, свежая поставка. Прошу. Попросим. Так, руками уже держимся за стол. О-о-о. Ну, давай, давай, сможешь? Давай, давай, давай. Вот, молодец. Так, 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 так. Хорошо, хорошо. Вот, пошла, пошла. Норм, норм. О-о-о, так. Салат дайте, спать не в чем. Ни хрена себе ты, Тёма. Совсем озверел. Давай, ну точно. Тихо, здравствуй, моя мать. Сейчас такой музон поставлю. Улёт вообще. Вы эту бабушку видели? Вообще, вы видели этот момент? Сначала там сидела бабка. Потом Тёма нажрался, и там сидела вроде молодая девушка. То есть, как ему показалось. И он проснулся рядом с этой бабушкой. Фу! Какая гадость! Так, сколько у меня? 160 патрон. Ну ладно, хоть не у свиньи проснулся, уже неплохо. Так. О! Нормуль погуляли. Здорово. Чего надо, рожа твоя бесстыжая? Моя? Смотри, что ты тут своими дружками наворотил. Я? Весь бар не разнес ирод. Да не про... Да не всех вон один спит. Что мне теперь делать, а? Кто платить будет, ты что ли? Эх, глаза мои на тебя. Ну... Горжи меня теперь. Что же делать? С одной стороны, он сам меня споил. Все пропало, все. Реальная волына. Это же все теперь чинить, все. Где же теперь мебель брать? Ладно, держи, не ной. Спасибо тебе. Ох же, я же... Не, я не знаю. Если что, заходи.
100 патрон, ребята, 100 патрон, это... Ай! Ну ладно, вроде неплохо погуляли. Правда, вот с бабушкой как-то нехорошо получилось. Фу. Блин, как представлю. О, ток-ток. Дядя, вы к папе? Он ушел, будет вечером. Не, я не к папе, я к этому, к маме. Нет. Ну ладно. А тут что скажут? Ты за товаром? Завтра приходи. Пацаны обещали подвезти. Да что ж такое? А ну не... Делать нечего, стучать тут. Ну как? Ну да, интересно же. Да еще постучу. По балде себя постучи. А, так ты злой, а? Зачем дверь такую хорошую поставил? Теперь стучать в нее нельзя. Так. Не, нам, по-моему, сначала сюда. Что скажете, молодой человек? Йоу, эй. Пофиг. Тёлок не калечит, ясно? Сиськами, сиськами потрясинно. Ладно, калечить не буду. Ну, давайте полюбуемся. Ё-моё. О, давай, давай! Ну ладно. Не, ну реально, не зря я сюда пилил, пацаны. Это да. Браво! Без тебя! Не хрен тут торчать. С бугра. О, блин. Брысь! Алло, у нас тут ни коммунизм, ни разум. Это ты чё, вообще? Совсем уже одурела? Они же с кислым корешуют. Чё, в натуре? Да чё ж такое? Всем корешам за так дай, а патроны всё равно гони. Да. Беда. На кое оно мне всё? Лучше мне в колхозе осталось свиней кормить. Хорошо. С ума. Так, секундочку. Ага, не пропустил. Мне говорили, что подземная Венеция – город воров и душегубов, но я нашел тут и обыкновенных живых людей. Они наладили свою жизнь как могли, обустроили свой крошечный мирок и очень боятся, что бушующий снаружи хаос захлестнет и их. Они просто хотят жить. Слушайте... Блин. Ну, давайте подглядим. Ну ладно, отдохнули, пора и честь. Хорошо, ребята, отдыхают. Значит так, сейчас рассчитываемся с кислым. И дуй к товарищу Корбуту. Доложи, что контейнер с вирусом доставлен на Октябрьскую. Эй, красавчик! Двинули чё, дальше, мне... дело не ждёт! Что за... Чего кислая мина? Не по себе мне что-то. Мы ведь угробили там всех. Ну ты прямо атас! Ну прямо бешеный! Ну сказал бы по-человечески, что не в моготу! Что тебе станцевать, сладенький? Говори, не стесняйся. Я сама на выдумке гораздо. Ни хрена себе. Действительно, хихи. Ну-ка, давай еще раз. Ну, хоть голос Артема услышали. Ну, давай. Что-нибудь станцуй. Поудобнее, сладенький. Да уж, древнейшая профессия даже в постапокалипсис не пропадет. И этот мужик еще жаловался. Нас, говорит, тут скучно. Бордель, говорит, да стрельба по крысам. Я говорю, ни хрена себе скучно. Он еще жалуется. Ну как тебе танец, красавчик? Вижу, что понравилось. Если хочешь еще, так и говори, не стесняйся. Не, ладно, милая, спасибо, конечно. Быстро ты переоделся. Не, ну чё? Хорошо как. А, тут бесплатно, значит, можно на все это дело посмотреть, да? Ну ладно, ладно. Эй, если надумаешь вернуться, я всегда тут, рядом. Да, люблю, когда милый рядом.
Я сказала рядом. Давай, чисто работаем. Так. А, ну да, значит я правильно все-таки пошел. Сначала надо было туда. Ах ты старый пень. Подглядываешь? Не пущают туда. Ну да, логично. Так, о! О-о-о-о-о. Так, ты у нас что делаешь? Пацанчик, братва реально как для себя крутит. Бери! Подожди. Проверьте свою меткость! Три патрона. Мины, пацанчик, первое дело для засад. Угу. Ну спасибо. Чё, так, подожди, стой. Так, а тут у нас что? Ага, тут у нас уже по делу идти, да? Здесь у нас ружбайки. Братва! Есть чисто конкретные волыны, свежие поставки. Братва, братва, я уж думал, ты на мини... Так, подожди, обмен. Ах ты ж, ёлки. Блин, я бы вот эту штуку взял. Брателла, реально отличная пушка. Бери, не пожалеешь. Да я бы взял. У меня денег нет, да? Ну тут... блин. Хотите сказать за эту машину убийство? Ладно, погоди пока. Реально вещь. Так, где тут... Что там у тебя? Эй, парень, ну-ка. Да ну, пацаны, ну ты какой бабос? Не берут же нифига. Фига себе, не берут. Ты чё вообще тогда пыжился? Ну, я типа думал, будет спрос. Не, ну ты вообще, бля, спрос, абсурд. Я, бля, ладей, слюни товары и два рожка процентов. Какие два рожка? Почему два? Мы же договаривались. Добазаривались, что ты все загонишь. Нигде, бля. Ну, пацаны, ну не получилось. Хрена себе не получилось у него. Не, ну вообще, бля. Товар, бля, гони за патронами, позже зайдем. Я все отдам, пацаны. Ну, погодите чуток. Не, я реально не догоняю. Где, бля, наш товар? Ну, пацаны, ну завтра. Ты че вообще, какое завтра, бля? Где товар? Все будет, пацаны. Спешите. Пацаны, ну подождите, малёш. Ты чё, вообще? Понятно. Короче, какой-то нарик перекидал их все. О, так, крысострел. Крысоотстрел. Ну-ка, давай. Уйди, мазила. Да, вали с дороги. Правила простые. Идешь на позицию и убиваешь всю живность. Успеешь до сигнала, приходи за выигрышем. Давай. Прошу. Россия. А чё просишь-то? Давай. Ну чё, кто со мной забьётся, что он всё мазанёт? А чё, да у нас очка-то не держал, парень. Все попадёт, два к одному, да? Да хоть три, ты чё, он косой же, реально. Слышь, а в глаз? Косой. Сам ты косой, на себя посмотри. Молодец. Держи патроны. Так, двадцаточку. Может, поднимем ставки? Конечно. Заходи. Разбираем перышки, пацанчики. Сам правил. Цыться можно. Но. А, ну видишь, попался. Ну раз и дураку везет. Хоть еще попадет. Видал, я там. Еще попал. Ложенется, чудово. Да ничего я не лжану, не дождешься. Молодец. Держи патроны. Ага. Может, поднимем ставки? Давай. Занимай огневую. Повоюем. Это весело. Пока у вас крыс не кончится, развлекаемся. Косой, ты что меня подводишь? Это ты от рыбаться и лыб попадешь. Да какое, сейчас точно мазанет. Ты что, обурел? Опять попал. Эй, прицелься. Не, ну вообще, вот так красота! Ну ты дал, стрелок. Чё, всё что ли? А ещё? Держи. Вот специальный приз. Обычно мишени до вечера хватает. Ну да ничего. Гриль простаивать не будет. Кемпер, безотходная. Просто всё в дело идёт. Мишка. Мишка. А, точно, Мишка. Слушайте, вспомнил. Вот здесь он и нужен. Ну хватит. Что случилось? Мишка потерялся. Тихо. Ну все. Ну, найдем твоего Мишку, найдем. Не плачь. Где ты сегодня гулял? Я хотел Мишке показать, как утиры стреляют.
А дядя на меня накричал, и я убежал. Ага. Держи, мелкий. Мой Мишка. Мама, Мишка вернулся! А ты далеко ходил? А пирожки были вкусные? Откуда он про пирожки ты знает? Ты больше не уходи без меня. Ой, спасибо вам огромное. Я уж не знала, что делать. Что нужно дяде сказать? Дядя помог Мишке тебя найти. Ну, что надо сказать? Спасибо. Спасибо большое. Ему этого Мишку Семен сверху принес. Игрушки все сами понимаете. Вот он и привязался. Радиоактивный так. Медведь? Ну что, пошли домой? А можно я еще здесь поиграю? Ну ладно. Хорошо. Но только недолго. А потом... Ребята, еще можно пострелять? Нет. Если хочешь еще пострелять, заходи завтра. Да я бы зашел, только тут у вас переночевать негде. Надо кому волыну. Если рано, все, подходи. Ой, какой тюнинг, обмен. Блин, а ну маг, как сколько стоит? Подождите, а как? Волына просто зверь. Бери, братан, и все караваны твои. Не вкурил. Так не хватает же. Реальная волына для реальных пацанов. Налетай, разбирай. Бу-бу-бу-бу-бу. Что тебе сказать за эту машину убийства? Реально вещь. Брателла, реально отличная пушка. Да подожди ты, реально. Не пожалеешь. Реально, виртуально. Заколебал. Братва, есть чисто конкретные волыны. Свежая поставка. То есть, если... Волына просто звук. А, 52. Бери, братан, все караваны твои. Бу-бу-бу. Да давайте, хрен. Да, вижу выбор мастера. Уважуха, братан. Ну это ладно, а здесь что? А, чисто лазерный прицел. Не, вот этот поставим. Все. Ну и все. То есть вот у меня этот тихарь, этот ближний бой, а этот, соответственно, дальний бой, но уже не тихий. Бывай, братуха. Ну давай, давай, повоюем. Да что ты, парень? Успири аккурат свежа. Мы пошли с реку, никто и не прочухает. Ой, я хотел что-то потушить. Свежак, говоришь? Свежак, это хорошо. Свежак. Вот так. Действительно. Опа. Давай, сходи, позырь. Так, кто тут у нас? Так, вон один товарищ. Ходит. Был один. Стал ни одного. Еще один. Йо! Я уже, ну сколько можно этой херней страдать? Лови по яйцам. Ой, боже мой. Что-то как-то ты слабо отреагировал, когда тебе ногу пробили. Подозрение, что человек в такой ситуации выть будет как ненормальный. Молодой человек, а вы не охренели? Блин, а. Ну чё, братва, чисто пошёл полискать сюда. Посмотри,
Не, ну блин, это неинтересно, серьезно. Я не знаю. Я хотел по-тихому пройти, попытаться. Диалоги послушать, все, а здесь, блин. Нахрен. Тем более сохранение наверняка. Вот, да, вот оно на входе. Нифига себе, я тут напропускал. Вот так вот. Ломанулся вперед. Вот теперь пойдем. И тихонечко, как сука, мать его, мышка. Маленькая мышка. Вот так. Сходи, позырь. Так, нет, давайте-ка вот это мы выключим. Да, завязывать надо. Давай, чувак, пошустрее. Так, секундочку. Ножи. И чё нам на хате не сиделось? Действительно. Рейнджеры какие-то. А ну чё? Чё-то он там про рейнджеров начал трындить, блин. А я, дурак, даже не послушал. Чё? Да ничего. Уже ничего, парень. Можешь расслабиться. А? Ты уйти никуда не хочешь? Видимо, не хочет. С лазерным прицелом. А у меня с таким. Ну, лазерный прицел. А чё толку-то? То же самое, да? Видал того, член? О! Он крайнего раза чемоданчик притаранил. Кислый ещё потом чемоданчик этот на Октябрьскую сказал оттаранить. Агитация там типа, всё такое. Только есть маза. Что лажа всё это про агитацию. Ну кто на чемодан с бумажками замок вешает? А чё ж там было-то? Так а то ж. Знать бы. Действительно. Знать было бы хорошо. Здравствуйте, молодой человек. Документы можно не предъявлять. Я верю, что вы ни при чем. Ну чё тут, как тут? Тихо всё. Совсем тихо, ребят. Тишина гробовая. Мёртвая, я бы сказал. О, любитель искусства, на котором хрен пойми, что нарисовано. Чё ты там шаришь? Да на дюкер картинку обещал. А тут массивный комок. Ну, человек поменьше, чё на малюбане. Так вылез сколько надо, и все дела. Вот, точняк. Сейчас только выберу, чё покрасивше. Логика. Вырежь, говорит, сколько надо. Помните такой старый фильм советский? Электроник. Они ж там картины вырезали. Те, какие надо. Как там работа в области искусства. И никому это искусство нахрен не сдалось, да? Здравствуйте, молодой человек. Не хотите поговорить о проблемах метрополитена? Ну а чё, так и поползли. Сейчас, минутку. Здрасте. Долго выбираешь? Говорят вам в магазине. Не тупим, побыстрее. Так, ну-ка. У нас вот как-то тоже было. В общем, накатили мы с пацанами. Да. Нормально так накатили, только шурачки не ладили. Ага.
Ага, не лазили они. Да вы ж на постой в говно. Ну не суть. Короче, меня набухались, но решили добавить. Чё за хрень на картинах нарисована? Чего вы так это разве? Да тоже меня добавить, это ж завсегда. И вообще, чё у меня? Я вам чё, мешал? Ну всё, типа, двигай дальше. Ну так вот, двинули добавить, а тут типа опа, и уже в туннеле. Это мля как? Типа я знаю, ща мне на руку наступили на выходе из кабака, и тут опа, туннель. Темнотища, мля. И чё? Ну чё, типа, смотрим, а они так по стенке стремаются, типа. Кто они? Ну типа не наши. Мы, мля, на них, типа ж караван. А такие же, мля, жлобы здоровые, еле-еле мы их уработали. По карманам, а там хер ночевал. Но мы рогом пошевелили, решили самих их продадим, добавить хватит. Ну же реально добавить надо было. Ну так, ну и чё? Притаранили на станцию, а это приколи. Спиря с плотником. Вообще по нулям мычать только. Мы тогда ржали. А ты приколи, спиря ж потом травил с понтами. Там в тоннелях по пьяни штопали. Но не отмахнулись. Превосходящих сил нанеся им там. Нет, ну вот что ты творишь вообще? Мужики, вы расходиться будете, а? Странно, они вроде... Опасно. Не, ну когда уже пробовать будем, я уже ждать не могу, честно. Да куда там пробовать? Только пошло. Ну вот и налей, а ты чё, сорвёшь? И посмотрим, ничего с тобой не будет. Вот я ещё фильтр сейчас... Да нахер твои фильтры, трубы горят! Тихо. Один исчез. Где он? Ну, парни, расходиться будем. Ах ты ж, ну смотри, а. Почти мой дробовик, только... Обидно. Видите, да? Ему бы еще усилитель. И можно было бы поменять. Ну а что лазерный прицел на халяву? Пусть будет. Так. Тут как бы теоретически всех можно обойти. Ну зачем всех обходить, когда всех можно того? Повбивать. По одному и по двое. Чё за движуха, мля? Вроде... Свет? О, здрасте. Чё за ботва? Какая ботва? Ну, успокойся. Ну, чё-то реально тут движняк какой-то. Дерьма кусок. Хм. Да уж, забавно, я через него проскочил. Не ожидал, честно говоря, думал, я в него упрусь. Так, тихо. Один ушел. Блин, один куда-то ушел. Где, 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 где? Двое было. Эмля, вроде хрен там какой. Или нет? Капец, мимо всех трупов прошел. Все. Расслабьтесь. Парни. Тих, капец. Вот они любят эти пистолеты. У всех, у всех. И главное, вон протюнингованные. Дальше некуда, я хочу сказать. Вою не хочу. А у тебя что?
Ты смотри, а. Ну что вот, ну... Ах. Всех перебил. Всех. Ага. А этот с лазерным прицелом, но без... Хм. Минуточку. Сейчас, подождите. То есть то же самое, что у меня? Да? Да, но с лазерным прицелом. Не, нафиг. Не, лазерный прицел не очень хорошо, честно говоря, видно. Я предпочитаю такой. Так удобнее. Так, для ближнего боя возьмем дробовичок. Добрый день, господа. Бросай оружие! Да ты ёкаломано. Руки за голову! Ну ты, Паша, жук, а. Надо же, кого я вижу! Ох, ловкач, все черного ищешь? Раньше надо было суетиться. Архиполезные ребята эти твои черные. Товарищ Корбу давно на них глаз положил. Их если приручить, да на врага выпустить. Ну да, ну да. Так, спокойно, спокойно. Твоя взяла. Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут, недалеко, на Октябрьской. Могу провести. На этот раз без сюрпризов, обещаю. Лежать, сука! Ах ты ж, ёкаломане. Ах ты, сука! Да чё палить-то? Поздно уже. Ушёл, гад! А чего ты сам на склад ломанулся? Меня позвать не допёр? Ну ладно, так тоже ничего получилось. Только ну теперь да. Валить тебя отсюда надо. И в темпе. Да зачем? Я тут один ход на поверхность знаю. Правда, там наверху болото, но пройти можно. Идем быстрее. Ну, пойдем. А я-то уж думал, поселюсь тут. Женюсь на ком-нибудь посимпатичней. Найдем какую-нибудь женщину, которая в борделе еще не заморалась по самые уши. Я знаю, что это расход патронов или патрон, но мне хочется. Да уж, уровень защиты от проникновения сверху просто запредельный, честное слово. Поставили ящик, который может сдвинуть один мужчина. Это тебе мой презент. За бандитов. Да. А можно я тут жить останусь, а? Пожалуйста. Нет. Ну ладно. Ну пойдем, чё. Всё, ты меня отпускаешь? Ну давай, счастливо. Несостоявшийся помощник. На, все, короче, надо заканчивать серию, а то что-то... Подвисание все дольше и дольше. Не хочет мой компуктер так долго работать. Если мне повезет, то на аванпосте ордена в заброшенной церкви меня будут ждать наши. Я передам им все, что знаю. О Павле, о каком-то жутком эксперименте, который они собираются провести, и продолжу свой путь на Октябрьскую. Черный там. То есть, оцените приколюху. Эти черные архиважные бла-бла-бла. Алло, гараж, он один. Других нет. Всех уничтожили. Нестыковка. Дальше. Захват бункера. Ну, то есть, смотрите, Лесницкий там был. Как бы каких-то... Я не знаю, а чего захватывать-то с такими потерями? Сказать, что там как-то уж прям очень сильно медом намазано. Ну, хотя да.
Ну, не знаю, в общем, есть тут белые, как говорится, сшиты белыми нитками немножко. А с другой стороны, если почитать ту же книжку «Метро 2035», и то, как там очень грамотно и, в общем-то, цинично описан способ избавления, так сказать, метро от различных линий, в смысле, избавления различных линий в метро от лишних ртов, ну, когда жить, видимо, становится немного привычней, скажем так, не лучше, привычней. Люди же ко всему привыкают, начинают размножаться. И как там производится зачистка. Блин, а это же подъем на поверхность. Это сейчас к церкви. Ох, ёшкин кот. Это ж первый босс в игре. Если я ничего не путаю. Ну ладно. Сейчас мы туда не пойдем, потому что, во-первых, я уже говорю, компьютер, он провисает прям по-жесткому уже. Что-то там, видать, грузится параллельно вместе с игрой. Может, обновление какое-то или еще что. Ладно. Все. Тёма, все. Уймись. Escape. Уф. Давайте все это монтировать еще. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Вы мне всем вышеперечисленным очень сильно поможете. Так, и ссылка на плейлист под видео в описании. И пока всем пока-пока. И до следующего раза.